клиентку на канале нашем. New Life is my life. Сегодня мы на очень интересной вечеринке. У Сашиного одноклассника день рождения, и мы пришли в игровой центр, всех детей пригласили. Можно сказать, что это компьютерный клуб, ну, да, современный. Вот. Здесь установлены, всякие игры, Xbox, PlayStation, Nintendo и прочие виртуальные шлемы. Какой-то взрослый дядя его. Тор такой красный. Я разбираюсь. Давай всем Тора покажем. Настоящий Тор. Слушай. Заслушал. Что вот этот дядя делает? Объясните мне. Это аттракцион с креслами. Люди трясутся, смотрят кресла, и вот что они видят на экране. Ну, в общем, кому-то страшно. Вот так вот проводят вечеринки, когда приглашают на день рождения одноклассников. Выбирают какой-нибудь игровой центр. Их очень много разных, и, скажем так, где проходит физическая активность или вот такая вот компьютерная. И очень интересное время дети проводят. Вот я вам могу показать расценки на то, сколько это стоит. В общем, сегодняшняя вечеринка. Вот вы видите, здесь написано «суббота-воскресенье». Значит, это если больше 10 человек, будет стоить, вернее, да, больше 10 человек будет стоить $700. А в рабочие дни на одного человека 1 час $20 поиграться в эти всякие штучки. Ну, в общем, учитывая то, что Xbox, PlayStation и Nintendo есть, наверное, практически в каждой семье, то, в принципе, здесь самое интересное получается, это вот эти вот гонки.
и вот эти вот шлемы виртуальной реальности, где либо в креслах сидишь, либо вот так вот стоишь и чего-то там грузишь. Салат делает. Да? И другие игры. Нет, очки. Ну, так другая игра. Но это джойстик. Потому что это не PlayStation, а какой-то вот видишь. А и не вот там. Ну как там Сашка Руси? Возвращаемся к нашему гонщику. Вот так вот он красиво проходит повороты. Красавчик. Привет. Даже привет не успевает передать. Наша красная гонка едет. Ну что, куда пойдем? Пойдем еще раз на вертолетах покатаемся, Сашка. Ну, в общем, все дети счастливы, всем нравится. Наверное, в нашем детстве мы день рождения отмечали как-то попроще. Ну а сейчас шлемы и кресла поехали. Вот такой вот спуск по реке получается. Next one, I'll let you go, okay? What's that? Oh, I know what's gonna happen.
для нас. Ну, Саша его закончил немножко раньше, потому что... Почему, Саша? Потому что у нас будет ивент, и я не хочу его пропустить. Саша, а ивент какой? И там успеть. Это какой-то, ну, это Fallout, и там ты можешь выбрать, какое оружие там ты хочешь, чтобы вон обратно было, или любую вещь, какая уже ушла из игры, и какая выиграет, ты получишь, и она будет опять в игре. В общем, речь идет об игре Fortnite, в которую играют сейчас все дети. И сегодня наша семья не исключение. У них там какой-то мировой эвент. Да. Так что вот. День рождения пропустим, показывать. Да. Ну вот так вот показали вам немножко, как бывает, как отмечают день рождения. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Мы освещаем то, что происходит в нашей жизни, интересное, чем можно с вами поделиться. Подписывайтесь, ставьте лайк. И мы всегда рады гостям на нашем канале. До встречи. Бай-бай. Пока-пока. Нам сделали перезагрузку, и мы сейчас перенеслись на качели на какие-то, на это Саша, вы на качелях катаетесь? Не слышу.